Оставив практически без тени Французский бульвар и улицу Осипова, горзелентрест принялся за так называемое омоложение деревьев и на других улицах исторической части города. Начали с Красного переулка и Нежинской, теперь оккупировали Дерибасовскую. Одесситы к происходящему относятся с досадой. На Французском бульваре срезали до неприличия. В мою бытность я уже там тень не увижу, конечно. Обрезать главную улицу города собираются до воскресенья. Изменения коснутся и горсада. Высаженные у ротонды деревья породы бундук признаны аварийными и, по мнению горзелентреста, нуждаются в омоложении. Омолаживать – это значит оставлять скелетные ветви и прирезать их на высоту 7-8 метров. Таким образом, по центру города планируют омолодить более 117 зеленых насаждений. Но после такой процедуры деревья восстановятся не скоро. Лишившись пышных крон, деревья не смогут больше защитить одесситов от палящего солнца. Мишель Арманд, Виталий Прус, Думское ТВ.